протяжении всего утреннего эфира мы показывали выступление танцевального коллектива Доремичи, а сейчас покажем, кто за всем этим стоит. Вот, и сейчас у нас сегодня гость из Унген. Это временно исполняющий обязанности директора Дворца культуры города Унген Алена Поповича. Доброе утро. Вы говорили. Да. И руководитель танцевального коллектива Доремичи Вероника Маркус. Доброе утро. Вы смотрите, танцевальный или музыкальный коллектив? Или как все-таки вы правильно позиционируете себя? Музыкально-хореографический. Вот так вот. Чья идея, да, во-первых, наверное, наш вопрос связан с тем, кто, в принципе, был инициатором, чтобы возник вот такой ансамбль, сколько лет уже прошло с тех пор, и как развиваетесь? Ну, инициатором была я, это было 5 лет тому назад. У нас в городе не было такого коллектива, и наши дети, мы были вынуждены приезжать сюда, в Кишинёв, посещали студии ваши в Кишинёвске. Ну и поэтому мы подумали, почему нам так не открыть, мы же тоже можем, у нас тоже способные талантливые дети. И вот 5 лет тому назад мы открыли вот эту студию «Доремичи». И уже после года, по-моему, спустя, год спустя, вот, да, Дана Вероника к нам присоединилась, и вот мы сейчас вместе работаем. У нас уже больше 40 детей. Я думаю, вы их еще увидите, познакомитесь. У вас коллективы максимум бывает по 12 до 30 человек. Как вы успеваете за всеми следить? Ну, там разные возрасты, во-первых, они их посещают в разные дни, по расписанию, ну, успеваем. А вот что касается репертуара, какие композиции вы выбираете, о чем поют ребятки? В основном тема детства. Детишки наши поют свое детство, свою радость, свои улыбки в их песнях. Кто нам записывает эту музыку? Это тоже ваш и наш Иван Леньковский. Он записывает голоса детей, делает музыку им. Конечно, не всегда. Это удается, да. А вот по поводу названия «Доремичи», вот кто придумал, как было? Интересное такое название. Ну, это, как? Называется от этих трех музыкальных нот «Доремичи». Вкусный конфет. Не только конфет, и музыкальных нот. И поскольку у нас были маленькие детишки, им было по 5-6 лет, поэтому они называются «Доремичи». Но они уже, видите, уже выросли. Им уже по 15 уже, да. А мы предлагаем посмотреть сейчас, перейти от музыкальной хореографической темы, перейти к теме прогноза погоды, потому что Илона Целюха очень хочет рассказать нам, что происходит там, за пределами нашей студии.